Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем нашу подготовку к войне с Конго. Точнее, война уже идет к захвату городов. Для этого нам надо побольше пушек и, соответственно, побольше других юнитов. Ну, сначала мы строим и улучшаем полевые пушки, ну, потом будем, соответственно, нанимать артиллерию. Вот так-то вот. Итак, ждем, когда просвещение апнется, чтобы сделать на 50% дешевле улучшение юнитов. Так, в данном случае, наверное, стоит уже промотать ход. Заодно и почитаем, что нам тут дается. Плюс 100% науки от зданий в районе кампус. Это классная, кстати, ребята, вещь. Очень классная. Так, что такое? Да давайте, в принципе, примем сделку. А Барселона один город. Я так понимаю, два, наверное, города. Скорее всего, будут у Испании. Барселона — это просто вот Мадрид. Да, это столица. И Барселона — это второй город. Вот, так, 100% науки зданий кампус. Так как кампуса у нас много, зданий тоже там прилично. Вот смотрите, 6 наук, а зданий — библиотека и университет. То поднять науку мы сможем очень-очень даже неплохо. 100 золота зданий в районе центра коммерции и довольство во всех городах с 2 и более специализированными районами. Ну, с довольством, сейчас давайте посмотрим, что у меня с довольством. Ну вот, вроде бы неплохо. Да, вроде бы неплохо. Медленно перескакивает. Вот единственное, с местами жилыми, конечно же, проблема в некоторых городах. В городах и селах. А так-то, в принципе, с большего. Так, районы и здания. Так, что у нас тут? А, у нас тут вон. Так. Бамс. Стреляем по этому гаденышу. Улучшить я этого не могу. Недостаточно довольства в Солохе. Где еще у нас? А, ну вот еще и в бывшей китайской столице Сиань. Юнит ждет приказа. Нет, ну атаковать, конечно же, я не буду. Будем сидеть. Так, а здесь давайте пробежимся. Может быть, кто-то будет. Нет, никого нет. Нет, никто. Юнит ждет приказа. Кто у нас тут? Давайте вырубим здесь также лес. Ух, один. Полевая пушка будет через один ход. Так, выбрать пункт назначения. Куда бы нам тут съездить, куда бы нам тут дорогу проложить? В Лос-Анджелес, в принципе, было бы также неплохо. Давайте посмотрим, что нам даст. Блин, ну, из-за таких бонусов, конечно, тратить дорогу неохота. Вот в Магдебург еще куда ни шло. Давайте, наверное, именно вот и отправим в Магдебург. Проложим путь. Вот, это кто у нас? Копейщики тут какие-то. Норвегия, арбалетчик. Так. Давайте, по-моему, там у нас, если будем сидеть внутри города, то довольство будет поприятней. Сейчас мы это и проверим. Ладно, укрепляем. Следующий ход. Три хода у меня осталось. Три хода. Построить угольную шахту, к сожалению, не могу добраться до угля. К сожалению, до угля не могу добраться. Ну, разве что построить город. Ну, что-то мне не особо и хочется его строить, развивать там с самого начала.
Вот тут, наверное, город тоже. Так прикольно. Темное пятно. Здесь районы всякие, шахты. Так, было бы, наверное, неплохо еще рабочих себе подзаиметь. Великие люди, кто у нас тут? Скоро, кстати, должен появиться великий ученый. Это неплохо. Так, ход прошел. Вот, давайте мы здесь плюс 3 производства. Шикарно, шикарно. Здесь у нас, кстати, 12 человек из 12 и довольство очень-очень фиговатенькая. Угу. Так, ну уберем вот отсюда. По идее, так вот получше будет. Угу. Ну, в принципе, можно проматывать. Так, что у нас по науке? Мы догоним кого-нибудь? 36-36, но 143 науки у Барбароссы. У Рузвельта поменьше. И у Вембы тоже поменьше. Ну, а тут, конечно, Монтесума — это просто, просто жесть. Вот. Вот. Он мне придает, дает чай, а взамен хочет... Смотрите, сколько денег. Сколько городов. Амстердам. Ну да, чисто город ацтеков. Чисто, чисто, чисто. Ну, давайте, в принципе, примем сделку. Павлин, ты с перьями. Так, здесь что? Вражеский шпион похитил технологическое ускорение. Вражеский шпион вроде пока удалось похитить ускорение технологии. Стрельба из лука. Да, это же такое очень-очень нужное ускорение на данном этапе игры. Я не представляю, как там вражеский шпион-то с какой целью крал. Так. Города, города. Вот рабочего бы захватить, а? Сейчас, наверное, так мы и сделаем. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Так, есть такое дело, кстати. Задание города-государства выполнено. И еще одного города-государства. Да. Давайте посмотрим, что у нас тут с городами-государств. Хаттуса. Да, тут что-то мне особо тут не светит. Ну, хотя бы будем вот до, там, до 3, до 6 доходить. Вот еще бы вот это вот тоже взять в Брюсселе. Буэнос-Айрес единственное со мной воюет. Почему? Так, Покровка. Также здание построились. Логично было бы построить мастерскую. Но, блин, полевая пушка очень долго строится, кстати говоря. Нам надо развивать здесь производственную часть. Мастерскую строим. Потому что, ну, например, здесь производство совсем-совсем печально. Зато вот в этом месте с производством проблем не возникает вообще никаких. Вот наша пушка, давайте-ка мы подъедем, посмотрим, как она выглядит. Бэмс. Прикольно, почему, ребят, прикольно, смотрите. Прикольненько, мне нравится. Так. Так, ну что,
Давайте попробуем удалить юнит. Сколько у меня сейчас денег? 844. 1104. А теперь его можно нанять. Это половина стоимости юнита, насколько я понял, мне далась. За 520 я могу нанять нового юнита. Вопрос, где мне его сейчас нанять? Было бы неплохо, конечно же, вот здесь вот посрывать леса. Поэтому давайте в Покровке, наверное, и найму строителя. Выберем проект. Так, мы здесь полевая пушку сделали. Ну, наверное, больше нам, по сути дела, не стоит полевую пушку. Надо дождаться артиллерии. Чтобы нам было бы неплохо построить, это военный лагерь. Было бы неплохо построить. Театральную площадь, как бы, пес с ней, а вот военный лагерь я хочу. Хочу. Вот сюда я построю его. Так, дальше выбираем проект. Тут тоже что нам выбрать? Арена — это довольство. С довольством у меня тут все хорошо. У меня здесь проблема с местами. Давайте вообще посмотрим, как у меня тут расположены жители. Один из двух. Так, давайте-ка, наверное, еще сюда одного возьмем. Вот, здесь тоже рабочий надо. Посмотрите, сколько леса можно повырубать и сколько всяких плюшек можно сделать. 8 наука дает. 8. А так, если его убрать, давайте одного поставим. 115, 117. Да. Ну, неплохо, в принципе. Лучше, чем если он будет стоять вот здесь вот. Давайте, наверное, купим здесь также строителя. Ну и построим, в конце концов, мастерскую. Мастерскую. Дальше, кто у нас тут ждет приказа? Наши всадники поскакали. Каравелла. О, смотрите, смотрите, Бразилия. Кто это плавает? Кто это? Минас Жейрос. Кто это? Что это? Ладно. Пойдем. Мы уже выплыли вот в этом месте. Прикольненько так. Бразилия тут на таких кораблях плавает, а я еще там под парусами хожу. Просто прикол. Гелон, Вашингтон. Покровка, Магдебург. Так. Ну вот здесь еще ход, пушечка будет готова. И по сути дела нам что-то быстренькое построить, чтобы потом начать клепать артиллерию. Будет классно. Так, вот еще пушка Скифия, полевая пушка. Попробуем. Вот, кстати, мощь дальнего боя 60. 60 мощь дальнего боя. У этого... Блин, я не могу посмотреть. Команда ПТ. Давайте-ка я посмотрю ее. Она дальше же идет в развитии, чем пушка. Вот она. Нет, не вот она. Вот она идет. Команда мощь в ближнем бою 70. Да, но у него только в ближнем бою. В ближнем бою. Подводная лодка. Линкор. Так. А, пожалуйста, подождите. Я думаю, уже я хожу. Стрельба из лука еще висит, что у меня украли. Да уж. Так, современная война жестокая, это ясно всем. Ваша военная доктрина начинает включать в себе некоторые принципы тотальной войны. Ускорение прошло у меня. А, так как я походил, я уже не могу. Дистанция атаки 2. Давайте вот за вот этот вот юнит вот сюда переместимся и укрепимся. Так, рабочий. Рабочий. Иди выруби вот тут вот лес. Посмотрим, кому он дастся из этих трех городов. Будет прикольно посмотреть. Так, вот она моя пушечка. Кстати говоря, концентрирует Китай тут большое количество юнитов. Я, конечно, их не боюсь.
Но, тем не менее, так, что-нибудь быстрое, на один ход. Разведчики таран, это, конечно, все прекрасно. Театральную площадь мне тут рекомендуют, древние стены. А стен здесь, кстати, вообще нет. Давайте я древние стены построю хотя бы древние стены. Хоть будет хоть кем-то чем-то там отплевываться от врагов. Итак, давайте мы сейчас будем здесь вот лес вырубать потихонечку. Потихонечку наша каравелла. Воины Норвегия. Ну тоже не особо далеко они, я смотрю, ушли. Так, кто у меня тут ждет приказа? Арбалетчик. Давайте мы его укрепим. Укрепим. Вот, довольство сразу у нас. По-моему, тут минус был с довольством. Вот здесь у нас какие-то еще беда. А, здесь у нас беда с лимитом жилья. И это плохо. И это плохо. Надо что-то строить по лимиту жилья. Стены, кстати, смотрите, их по идее надо будет ремонтировать. Но, наверное, Конго не спешит этим делом заниматься, поэтому такая плачевная ситуация. Ну и ладно. Нам же лучше. Артиллерия, перемещение 2. Тоже, кстати, дальность 2, только сила обстрела 70. Но обслуживание 6 золота. Улучшить до РСЗО, потом улучшить от обстрела. Обстрелов у меня нет. Так, технология сталеварения. Ясненько, понятненько. Испанцы тут тоже колесят на колесницах. Как-то я тут, ну я в принципе вот догоняю вот эту вот кучку. Я в новом времени. Вау, научная теория значительно Самая лучшая подвинулась. сталь не всегда блестит ярче, к новым взглядам всегда относится с... Замечательно. Экономика, биржа тут золото нам даст. Здесь у нас что? Научное соглашение. Давайте-ка мы вот научная теория возьмем. Ты скачи, скачи, мой коник, пусть никто нас не догонит. Так, недостаточно жилья. Печаль, беда. Я про это уже знаю давным-давно. Довольство. Пища, кстати. Почему проблемы с пищей? Потому что ее мало, да? Вот этот вот неудачно сидит. Давайте я его перекину вот сюда. 74 хода до роста, это, конечно, маловато, но это лучше, нежели он там будет сидеть. Так, давайте здесь мы выберем институт и посмотрим, что у нас здесь есть. Морская традиция, что-то я ее пока не хочу. Смотрите, капер. Морской рейдер. Так, а что здесь строительная инженерия? При строительстве чудес света. Производство при создании строителей. Новые строители получают на 2 действия больше. Прикольно. Вот пригород мне бы дойти. Вот так вот я пойду. Вот так вот я пойду. Дальше что?
создать линкор великого писателя, вызвать вдохновение для тоталитаризма. Ясно. Помимо всего прочего, давайте мы здесь сейчас сменим политический курс. Так, улучшение. Улучшение. Я, правда, не помню, красное это или... Так, производство при создании военного лагеря и зданий в этом районе. Мародерство при подготовке нито ближнего дальнего средневековья, эпохи и возрождения. Так, стоп, а пушки это у нас уже... Нет, это у нас уже новое время. Поэтому... При подготовке шпионов плюс золото за каждого посла. Давайте-ка вот так вот мы возьмем. Против иноверцев. Вот скидка 50% на все улучшения. А внизу... Так. Бонусы соседства с кампусом у меня есть. Плюс 100% от науки. Вот. Давайте-ка мы посмотрим, что будет мне за это. 119. На следующий ход, наверное, будет... Нет, 138. Ну, 19 сверху где-то накинулось. Это неплохо. Это неплохо. Вот, сразу же улучшаем. Этих я вообще могу кого-нибудь? Нет, еще пока. Давайте мы посмотрим вообще тут какие-нибудь там лучники. Так, пикинеры, рыцари, всадники, полевая пушка. Вот, два лучника у меня. А, золота не хватает. Недостаточно золота в сокровищнице. Вау. Тогда, конечно, ой. Так, ну, здесь давайте поплывем куда-нибудь вверх. К примеру. Золота не хватает, это печально, ребят. Это печально. Опа, стрелять мог. Мог стрелять. Так. Вот сейчас посмотрим. 138. Сейчас как у меня тут? Вот. 144. Блин, 138. Барбаросса тоже идет хорошо. Мвембу я обгоню. А вот тут вот, конечно же, 209. Это тяжело мне будет дастся. Тем более, столько там исследовано уже, что мама не горюй, как говорится. Как говорится, да, скифи-мечники у меня еще стоят, потому что нету селитры. Не хватает селитры, и вот хоть ты тресни, а ничего не получается сделать с этим. Ну, надежда, что здесь вот мастерскую мы сейчас быстро... А куда ты движешься? Куда ты движешься, дорогой? Так. А почему не это дальнобойная атака? А, вот. Дальнобойная атака. Ну-ка. Ну, в принципе, скажем так, наверное, сносно. Наверное, сносно. Так, какому городу ты дашь эти ресурсы? Основному. Замечательно. Это просто чудесно. Так.
Так, у меня тут получен человек. Великий ученый. Нанимаем его. Где ты тут? Вау, сколько клеток. Так, а что это значит? Великий ученый. Ну давайте переместимся сюда. Получите 400 науки за каждую клетку с тропическим лесом здесь или рядом. Так, сейчас разберемся, ребят, сейчас разберемся. Эльфовую башню можно построить городским центром. Так, артиллерия. Давайте мы здесь вот будем строить артиллерию. Так, что у нас тут за клетки такие? Престиж, так, континент. Луг. Ну вот тут вот, наверное, тропический лес. Стоп, ну-ка. Да, тропический лес. Не знаю, надо находиться рядом с ним или нет. Ну, я стану рядом с ним. Потому что тут тропического леса достаточно много. Будем посмотреть. 400 науки. Нормально. Сейчас тут мастерская построится. Мастерская. Буду строить сразу пушечку. С довольством здесь печалька. У меня печалька, печалька, печалька. Надо посмотреть, как у меня тут жители расположены. Ферму вообще вот тут вот построить не мешало бы. Наверное, надо будет тоже рабочего вот этого вот отправить сюда. Сейчас ферму построю. Наука, наука и еще раз наука. Ходов 2, откройся институт просвещения. Так, что-то со шпионами тут у меня. А, золото принес. Юнит готов к повышению. Повышение доступно. Мгновенно обосновывается в вражеском городе. Прилжечку увеличивается на 2. Прихищение средств. О, давайте вот мошенник увеличим на 2. Дальше недовольство. Так, довольство. Плохое довольство, короче. Ну, плохое, значит, плохое. Фабрика. Нам бы построить фабрику, но подождем. Артиллерия у нас на очереди. Давайте мы сначала здесь также построим плюс 2 пищи. Так, город, интересно, сможет его уничтожить? Ну да. Пока укрепляемся. Пока укрепляемся. Так, давайте здесь вот вырубим лес. Двигайтесь сюда. Здесь вот просветим Норвегию. Что с проектом? Так, фабрика, эльфовая башня.
Артиллерия. Долговато будет строиться, конечно, артиллерия. Арена это с довольством. Надо фабрику. Надо строить фабрику. Так, что у нас с Покровкой? Что у нас с жителями? Так, 117 ходов до роста. Так, здесь что? А, форт. Да, и вот откуда снять жителей, чтобы посадить туда? Ну, два производства, ладно. Это не так уж и много. Давайте пока промотаем ход. А, вот. Давайте. Если факты противоречат теории, Ой, тут все по одному. Смотрите-ка, а? Как шикарно. Как шикарно. Аэродром. Район, позволяющий строить и хранить самолеты, не может быть построен на холмах. Давайте. Экономику. За один ход. Ребят, за один ход. Что у нас там дальше с великими людьми? 12,1 мне идет. Ну, нормально. Больше всех. Но, правда, скорее всего, Германия все-таки обгонит. Следующего взять. Здесь у меня без вариантов, наверное, великий инженер. 14 идет. Это кто? Америка. Китай 8. У меня 9,1. 9. Да. Ну, либо 5300 веры на данный момент. Ладно. Ладно. Так, что он тут? Заключить мир, и мне он дает кучу плюшечек. Нет. Я не хочу. Я не хочу по той простой причине, что сейчас я уже... кстати, забыл улучшить. Юнита забыл улучшить. Этого и этого. Пойду сейчас в города твои. Вот экономика. А экономисты путешествуют. Подождите, сейчас я здесь улучшу сразу, чтобы не забыть. Сто тридцать три. 96. Я его догоняю. 59. Да. А я его догоняю. Так, еще тут у меня очень быстро сейчас все будет строиться. Вот. Кавалерия, военная наука. Давайте. Так, ну, довольство я понимаю, что и так все плохо. Какой юнит у меня ждет приказа? А, кораблик мой. Давайте мы пока здесь поплаваем. Работяга. Работяга. Тебе надо бы повырубать все вот, вот это вот, чтобы пушечка это быстрее построилась. Так.
куда пойдешь? Магдебург. Давай тоже в Магдебург проложить путь. Собираем лес. Быстрее ускоряем. Производство все-таки ускоряем. 600. Ну вот, замечательно. Все, следующий ход. И посмотрим, что у нас тут. Ну, культурная победа, видите, я тут, в принципе, отстаю. Туризма заход 130. Вемба. Вау, смотрите, построить космопорт, исследовать ракетостроение, запуск искусственного спутника. Исследовать спутники, лунная экспедиция. Здесь вот исследовать ядерный синтез уже исследовано. Запуск марсианского реакторного модуля, исследовать робототехника, запуск марсианского жилого модуля, исследовать нанотехнологии и запуск марсианского гидропонного модуля. Короче, трындец. Подобным вам нет места за столом Одина. Позор вам. Пошел ты. Короче, трындец. Здесь, как бы, в принципе, вот как дела обстоят. 58. Господство. У меня только одна. Я одну столицу захватил. Китай, он играет без столицы. Изначально, конечно же. Ну, по религии тут зороастризм у неизвестного до сих пор. Никто не начинает войну. Так, военная наука. Что у нас дальше? Стандартизация надо. Создайте три мушкетера. Вообще трындец. Три мушкетера. По жести. Так. Медика, что ли? Два района пригород. У меня еще нету пригородов. Ну, надо вот это вот, по идее, мне. Даже если у меня нет трех мушкетеров, надо исследовать. Пушечка. Пиум. Так. Ну, давай вот здесь вот. Блин, захватят сейчас. 190, ну-ка. Как они выглядят? Вау, вау. Неплохо. Кавалеристы у меня уже есть. Это меня очень радует. Так, ну эта пушечка я оставлю здесь однозначно, эту пушку. Так сказать, на всякий случай. Пусть посидит. Больше у меня тут юнитов. Ага. До каравеллы могу повысить. Так. Еще одно вдохновение получил. Ну, в принципе, норм. Этот я не могу пока исследовать. Копейщиков тоже не могу исследовать, улучшить. Ладно. Просто всему свое время. Просто всему свое время. Так, ну сколько у нас тут пушек-то? Так, ваши города слишком близки, ваши войска слишком сильны. Вы заставляете меня нервничать. Кстати, что у нас по очкам по военной? Допустим. Ах, на переходе хода. Так, давайте. Военная победа. У меня военная мощь 726. А здесь у Монтесумы 3382. Охренеть. Филипп II, Испания.
3356. Здесь там. Ну, короче, Фридрих Барбаросса фигня, Мвемба фигня, Перикл уже и тот 1000. В общем, мало войск у меня, и они говно. Здесь у меня уже проблемы с едой. Да, давай, тебе железо надо, но мне-то зачем? Мне оно не надо. Сейчас захвачу вот это вот юнита. Ха-ха-ха. Он мне так его и дарит. Так и хочет, чтобы я его захватил. Так, а тут у меня и проблемы с жильем, и проблемы с довольством. Давайте вот сюда переместимся. Плюх. 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 Так. Проматываем пока. Так, ну здесь, да, давайте. Для пушечки надо добыть. У каравелла отдых. А, нет, почему отдых? Зачем отдых? Сейчас не надо нам отдых. Давайте мы переместимся туда назад. И каравеллу отправим активировать автоматическое исследование. Пусть сама там покатается, поищет нам соперников. Так, вот ты. Давай уже подходи к вилле. Потихонечку будем сползаться. Здесь все недостаточно довольства, да? Верфь и фабрика. Ну, фабрику я сейчас строю. Раз, два. Три пушки. Четвертая подгребает. И кавалерии. Две. Единицы. Мощь рукопашной 62. Неплохо. Вы недостойны моего присутствия. Ваша власть хрупка, ведь ваша армия слаба. Вау, вау, вау. Слаба. Хватит моей армии, чтобы тебя уничтожить. Ты не волнуйся. Но я думаю, что ацтеки нас опередят просто-напросто. Давайте сейчас, допустим, по культуре посмотрим. Нет, по науке. Что-нибудь еще исследовали они здесь? Нет еще. Запуск марсианского реакторного модуля. Еще не сделали. Ну, это меня радует. По сути, только это меня и успокаивает. Создать линкор. 15, а вот 17. Да, маловато мне приходит. Ну, 2 посла, плюс 5 очков влияния за ход. Да уж. Так, ну что, Барбаросса. Так. Попробуем атаковать им виллу. Что из этого получится?
Нет, давайте тогда мы сначала разберемся вот с этим вот. Сейчас мы с ним разберемся. Так. Стой, пока. Этот лес еще вырубим. Какой юнит ждет приказа? Торговец. Но опять-таки Чарльстон, Магдебург. А давайте в Цинциннати. Как бы не так длительно, и в принципе единственное, что науку не дают, а так более или менее. Бразилия. Бразилия. Давайте тоже на автоматическое исследование. Поплавай тут мне, поисследуй. Ну, в принципе, так вот, везде здания, там 4-5 ходов, постройки и все. Вот, я, кстати, давайте-ка посмотрим сейчас, как, насколько я открыт дерево технологий, насколько я продвинулся. Вот я уже опередил вот тут и Грецию, и Норвегию, и Бразилию, и Китай, и Испанию. Впереди вот еще Америка с Германией и Конго. Но тут вот информационная эра. Ацтеки. Вообще я что-то как-то так не строю чудеса света. Было бы неплохо посмотреть, что тут за они. Я могу тут построить, может быть. Великий Зимбабве, вон тут золото сколько. Арсенал, 2 инженера заход, необходимо средства с промышленной зоны. Нельзя строить на озере, можно. При создании морского юнита вы получаете второй такой же. Можно построить только на побережье рядом с промышленной зоной. Ну-ка. А промышленную зону я... Промышленная зона у меня вообще здесь построена же, да? Но она не на побережье, к сожалению. Вот здесь вот. А, нет, вот здесь я по идее... Стоп, ну-ка. Необходимо соседство с промышленной зоной. Промышленная зона у меня вот она. Да. Нельзя построить на озере. Можно построить только на берегу. А, то есть по идее вот на этой клеточке можно построить, чтобы промышленная зона была вот так вот. Фак. Да уж, некоторые, скажем так, чудеса надо очень-очень внимательно читать, прежде чем где-то там что-то строить. Так, доступно уже повышение. Еще одно повышение доступно. Так. Пока рубим лес. Так, 3 осталось. Очень замечательно. Очень замечательно. Так, один ход. Ну давайте сюда переместимся, наверное. Так. Что мы тут? Тут один ход. Значит, дождем. Проматываем. Вот, давай, коняка, возвращаемся. Мы тебя улучшим следующим ходом. Будешь ты у нас тоже крутым кавалеристом. Так, ну что у нас здесь с жителями?
Вот, на еду, да? Ну, еду пускай, потому что 9 ходов до роста, как бы, в принципе, нужная вещь. Хотя, с другой стороны, лучше вот сюда. Почему он там сидит? Ну, 12 ходов для роста, но зато пушечка на один ход быстрее построится. Следующий город. Вот здесь вечно у меня что-то тут печаль, беда. Так. Следующий. Здесь тоже. Так, ну и здесь у меня и было хорошо все. А вот здесь печаль, беда. Смотрите, сколько населения, очень-очень много, клетки не улучшены. Надо улучшать. Надо не только вырубать тут все и вся, но и улучшать эти клетки. Потому что как бы клетки есть, все строится, но... Короче, ясненько. Давайте следующий ход. И в Черномлыке у меня тут вот есть, сколько он тут? Один. Но он сейчас только вырубить сможет. А вот у тебя, братишечка, тоже один. Надо купить будет. Надо будет купить. Пехотинцы. Улучшить от мушкетеров, конкистадоров, мотопехота. Так, технология стандартизация. Ну, требований у них по ресурсам нет, поэтому юнит ближнего боя нового времени. И это будет хорошо. И мне уже нафиг не нужна селитра. Конго буду убивать просто потому, что они по культуре там что-то бешено находятся. Вон, информационная вера Конго. Вот единственная победа по культуре. Давайте еще раз посмотрим. Вот культура, победа. Здесь вон Конго 360. Ну, 42 из 341. Вот когда 341 будет, наверное, будет конец игры. Я не знаю, как это. Триста сорок один необходимо для победы. Немножко я в этом плане еще не разобрался. Так, готов к повышению. Что ты тут? О, плюс это по атака, заход, если уник не двигался. Давайте-ка вот так вот. Давайте вот так вот. Выберем проект. Филевая башня, не хочу. Не хочу. Вот военный лагерь было бы неплохо где-то здесь построить. Наверное, вот сюда я его поставлю. Да. Так, ну ты, братишка, по идее ферму бы вот здесь вот лепить. Но мне же надо для военного лагеря собрать ресурс. Куплю рабочего. Хотя вот этого строителя надо удалить. Можно было удалить этих двух юнитов, а я сейчас могу нанять. Купить за золото 550. Ну вот, замечательно. Двоих удаляешь, одного новенького. У них по одному два строительства, у новенького 5. Разницу чувствуете? Классная разница. Юнит ждет приказа. Тоже можно улучшить 190 золота. Давайте мы пока остановимся вот здесь вот. Укрепимся. Так, вот у нас еще один работник. Этим работникам что мы можем сделать? В Покровке надо что-то улучшить или не надо?
Промышленная зона, там производство будет. Здесь у нас что? Пока ничего. Укрепляйся. Так, а я здесь вот. Интересно, я здесь что ли не улучшил ничего? Сейчас посмотрим. Сгоняй в Вашингтон. Сгоняй, пожалуйста. Очень хорошие там бонусы дает Вашингтон, поэтому давай туда, пожалуйста. Так, ты давай тоже пока укрепляйся. Тоже пока укрепляйся. Ждем, 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 ждем. Хочу вот эту вот пушечку, артиллерию уже сделать и идти таки атаковать виллу. Улучшил как раз таки вот эти вот пушки. Замечательно. Плюс одна дополнительная атака за ход, если юнит не двигался. Прикольно ведь? Прикольно. Что у нас, допустим, по городам государствам? Какие тут требования? Театральную площадь, вдохновение, проложить торговый путь в Хатусу можно было бы. Блин, можно было бы, да, в торговый путь, так, на великого писателя, линкор. В Хатусу надо будет следующий юнита, торговца, отправить в Хатусу. Великие люди. Дает две парфюмерии уникально производимого редкого ресурса, дающего плюс 6 довольства. Великий торговец. Получите плюс 1 науки за каждый артефакт в этом городе. Блин, у меня артефактов-то и нет вообще. Для этого мне надо кто? Кого-то там можно нанимать. Рабочий на фабрике требует улучшения. Ага, я понял. Так, давайте-ка посмотрим, кого я там. Ну ладно, посмотрим, это когда будет перемотка хода. Пушка, еще один ход и будет готово. Здесь у нас военную академию. Плюс жилье дает. Замечательно. Полководца. Да, давайте военную академию здесь построим. Юнит ждет приказа. Здесь мы, кстати, ферму можем построить. Кстати говоря, вот так вот. Это очень круто. Так, это мы пока укрепляем. Рабочий. Давай-ка. Ой, блин, не туда походил. Ой, да это что ж ты будешь делать? Ё-моё. Ну ладно. Я хотел посмотреть тут кое-чего. Так. Какого-то рабочего, который. Ой, что я хотел посмотреть, ребята, вылетел от головы. Короче, вспомню, посмотрю. А, рабочий, который делает там раскопки и все остальное, это, наверное, кто у нас? Этот лечит. Тут вообще ничего, наверное, нет. Вот единственное, может быть, вот здесь будет кто-то. Или это, скорее всего, надо... Вообще надо построить хотя бы один культурный вот этот вот район. Вот, наверное, я здесь займусь, как только исследую вот этого вот артиллериста. Надо, потому что очень даже, в принципе, интересно.
великого человека, там, торговца, музыканта, то у меня нету совсем, да и вряд ли я с кем-то смогу тут тягаться. А, великий писатель, вон, 5,9 Германия только. Да. Большой театр. Да уж. Ну что, артиллерия сейчас будет готова и начнем штурмовать. Давай вот сюда. Что за пушка? Я не понял. От речной обороны плюс 3 за уровень сложности. Плюс 4 к обороне при коммунизме. А сюда? Сюда я уничтожу. Так, пушечка. Это замечательно. Ну-ка, а мы вот так вот. Так, все, у нас тут недостаточно жилья. Да, лимит жилья 12 из 6. Это просто катастрофа. И главное, с этим я сделать ничего не могу. Вот так вот. Производство еще больше. Выбираем здесь проект. Биржа, это нам дастся больше денег. Фабрика, я не могу пока построить театральную площадь, требуется население 13 и выше. Давайте тогда мы фабрику сейчас построим. Так. Еще проект. Еще проект. Верфь. Культурный район нашего города. Построить. А у меня тут даже кампуса нет. Театральная площадь. Интересно, что у меня тут. Фигня всякая. Кампус. Тоже слабовато. Тоже слабовато. Надо военный лагерь, наверное, построить. И не париться пока. Давайте вот здесь вот мы его построим. Все, следующий ход. Пушку будем подтягивать. Жалко, у нее только дистанция атаки 2. Зато дальняя атака 70, а у этой 60. Правда, ближняя... А, нет, 58. Нормально. Нормально. Шпионаж. Один ход. Шпионов бы поднастроить тоже было бы, кстати, классно. Собирает он. Собирает войска. Надо мне здесь будет скифи всадников улучшить. Хочу напомнить, что разрушенные земли скажутся не только на вас, но и на ваших соседях. Да хорошо, хорошо. Наверное, хочет отбить он все-таки свой, как там называется, Сиань. Я, конечно же, буду сопротивляться. Так. Вражескому шпиону удалось похитить 240 золота из Покровки. Годы какие. Покровку мою, это... Похищают золото. А сколько, кстати, пушечка за веру стоит, интересно. Артиллерия 705, не так-то и много. Нет, не хочу. Да ты чё? Чё ты мне тут машешь?
маши мне тут пальцами своими. Так. Агент похитил 600 золота. Давайте мы сейчас улучшим. Так. Готов к повышению, дорогой. Потом повысим. Нет, надо сейчас повысить. Так. Давайте вот так вот. Уничтожаем пока все войска, какие тут есть. Так, пушечки пододвигаем. Здесь мы казарму строим. Доступно повышение. При вербовке партизан текущий уровень увеличивается на 2. При похищении технологий текущий уровень увеличивается на 2. Ну давайте вот так вот. А, стоял, выстрелил, может еще раз стрелять. Ладно, это хорошая штука. Не убьет, это плохо. Давай вот так вот. Ты давай сюда. А здесь вот пушечки, давайте будем разбираться вот с этим вот. Нормально. До военной академии. Создать 3 мушкетера, кстати. Вот у нас сейчас будет право прохода за единицу золота на 30 ходов. Да иди ты. Иди ты. Да, давай, до свидания. И давай, до свидания. Вот эти 3 города надо захватить, а там уже, может быть, и замиримся. Что у нас тут с научной победой? Айк. Вы отравляете этот мир! Вы настоящее зло, доктор зло. Пчел вон. Милитарист. Нет, пока он больше ничего не сделал. Я не могу уважать правителя без чувств собственного достоинства. Пусть все об этом знают. Вот оно что. Хапер, логистика. А что у нас тут? О, что он исследует самую нужную вещь. Ну пусть исследует. Чем бы дитя не тешилось. А этот навстречу, наверное, тут шпарить сейчас ему будет поверху. Так, тебе гамон. Блин, вылечился. Вот же засранец. Чтобы механизм работал гладко и предсказуемо, его части должны... Хорошо. Ну-ка. А вот так вот. 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 Что у нас здесь?
Пулеметная рота, зенитная пушка, рейнджер. Авиация. Давайте построим, может быть, авиацию. Аэродром надо строить. Ну давайте авиацию возьмем. Посмотрим, что это такое. Так, ты у нас убьешь его, не убьешь. Ты у нас вылечишься, когда атакуешь его. Это замечательно. Так, два. Переходим в атаку. А, блин, в атаку. В атаку, в атаку. А вот его убить. А вот его убить. Так, плюс 3 производства. Здесь мы укрепляемся. Шпион. Так, что у нас тут вообще можно? Поиск. А, сменить город, допустим. Ну, например, давайте вот в Чарльстон. Украсть одно ускорение, в том числе расщепление ядра. Давайте мы сначала туда переместимся. Кавалерию мы улучшили. О, нет, не улучшили. Следующий ход. Ну, я думаю, что следующим ходом надо будет штурмовать город. Для этого у меня скифия пехотинцы готовы. А, вот, вот этой вот штукой можно было подойти к городу. Подойдем следующим ходом. Здесь у меня еще и кавалерия есть. Одна, вторая. А, кстати говоря, открыть древо технологий. Или это тут? Вот, да. Блин, еще не скоро будет вот этот вот район, пригород. Ускорение. Построить 7 разных спецрайонов. Что-то у меня это выполнено. Объявите войну, имея формальный повод. А кому я тут могу объявить войну, имея формальный повод? Ну, давайте посмотрим Китай. Китай. Повод для войны. Нету. Выдвинуть требования могу. Ладно, ничего. Китай, до свидания. Не нужен мне Китай, нет у меня повода. Так, уничтожила. Вашка подверглась бомбардировке. Ну, живые остались, и на том хорошо. Кавалерия вообще фактически не пострадала. Ну, вот смотрите, сколько юнитов там идет. Так, давайте-ка мы вот сюда перемещаемся. Батенька, батенька. А они не могут уже вместе быть? Могут. О, ПТ против меня имеет преимущество. Здесь тоже не стоит нам особо увлекаться. Ну, давайте город будем осаждать пока. Плюх. Чё-то не особо. Ну, давайте, вот он тут сзади в тылах у меня ходит.
А он это два раза может ходить, это замечательно. Вот сюда переместимся пока. Доступно повышение. Укрепляемся. Так, пушка. Да уж. У, сколько здесь? Мощно. Производство 5. Здесь проблемы с жильем. Вот это вот меня больше всего печалит. Военную академию построим. Ну, давайте переместимся вот в эту точку. Ну что, пушки готовы, как говорится, пушки к бою. Будем здесь, мы уничтожили юнита, будем штурмовать вот этот вот город. Войска мои пододвигаются, подходят, кавалерия тут вплотную подошла. Копейщиков, к сожалению, своих я улучшать пока не могу. Ну, у меня их, как говорится, не так-то уж и много. Ну и... ладно. Я их буду перемещать вот сюда. Вот пушка у меня какая-то была, да? Давайте еще и сюда кавалерию перемещу. Вот так вот. Ну ладно, в принципе, на этом я эту серию заканчиваю, ребята. Подготовка у меня прошла удачно. Скоро буду атаковать. Давайте мы еще раз посмотрим, что у нас тут по науке. Да, он уже исследовал нанотехнологию. Блин, ацтеки, ацтеки. Я чувствую, они победят и без каких-либо проблем. Ладненько, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.